Всем привет, с вами Дефырки, и в этом видео мы посмотрим, что же говорят Кепленс в их ролике. Я еще не видел, они там написали спасибо за... Короче, специальный выпуск, у нас 100 тысяч подписчиков, смотрим. О, новое интро у них появилось. Город как будто бы видел. Спасибо за 100 тысяч подписчиков, Кепленс тут пишут. Всем привет, добро пожаловать на специальное видео, на 100 тысяч подписчиков, понятно? Начнем. Какая ваша первая игра, понятно? Это первая игра их, я так понимаю. А, ну да, у них же были до этого еще игры там. Защита. Это очень веселая игра, я так понимаю, они говорят. Программа, чтобы делать игры. Ну да. Мне писали... Стоп. Мне не писали, что они делают через Unity 3D. Maya. LT. Это раз программа. Unity 3D. Понятно. И Photoshop. Кстати, робот этот прикольный. Какой стиль... А, вы работаете с Calypso. Понятно. Будете делать новую игру. О, Psychopath Hunt. По звукам, понятно. Да, давно я в него не играл. Может, ролик запустить? Психопат, сейчас мистер Мид. Сейчас это вот мистер Мид, они поменяли много всего, я так понимаю, это... Да, вот изменение пазлов, то есть прохождение, и много еще всего. Сейчас я понимаю, еще вопросик будет, да? Сейчас немножечко геймплея, будет еще вопросик. Так, давайте отмотаем. С Calypso, я думаю, они не будут работать. Потому что, ну, не знаю. А, еще там было сказано про авторские права, то, что они выкупили, я забыл сказать. Лицо как будто бы как персонаж, за которым мы играем. Мистер Мид — это хорошая игра, и Calypso делает, то есть хорошие игры, я так понимаю. Как долго вы работаете в день? Ну, часов 4, думаю. 8 часов в день? Неплохо. Это, я так понимаю, их студия. Но она явно больше. Вы сделаете игры с девелопером, понятно. Это разраб Грэнни, кто не знал. Вот такие пальцы. Марио всякие здесь. О, это их студия. О. Стоп. Я понимаю то, что они уже работают очень долго над этим всем. Лет, так, не знаю, дофига раз. Игры тут про сэндвичи всякие. О, дофига их, значит, долго работает. Слендер? Стоп, подождите. Там Слендер был. Сейчас. Это тут где-то. Вот.
Остров Слендера. Это что, серьезная игра? Ну-ка, давайте смотреть. Иху! Ну-ка. Блин, у них столько игр, в Play Market осталось пару штук всего. Ой, я в это играл давно еще. Когда еще на Ютубе не был. Это забег крипера, я не помню. А, курочка читер. Скачать. Слендер. Да. Первый хоррор от Кеплен Слендер. Остров. Ссылку я оставлю в описании на это видео. Прикольно. Стоп, а раз ее нету, получается, значит им скорее всего заблокировали, или они сами удалили. Я помню, Слендер был очень популярным. Я в него сам тогда играл, все игры скачивал. Блин, я поиграл бы в него. О, про монашку. А, это почему делают монашку? Знан. О, кто хочет первую версию, ремейк, видео? Опа. Первая игра. Так, ну я знаю, ее заблокировали из-за авторских прав. Слендера, скорее всего, тоже, и пришлось им изменить много всего. Так. Первый хор, понятно. Так, сейчас. Знаем. Блин, так давно играл. Поиграю скоро в нее. Блин, как бы я хотел эту игру вернуть, чтобы ее они тоже обновляли. Что? А какой ваш любимый... Какая ваша любимая игра? Так, монашка, мистер Мит и Айскай. Моя любимая — это монашка. Хотя и мороженчик тоже хорош. Мороженчик? Стоп. Мне сказали, что там монашка будет для нас... У нас в сердцах всегда, но... Но мороженчик вдохновляет нас. Будем ли мы обновлять монашку? А, это вопрос. Блин, я тоже хотел бы задать. Я его в Инстаграме задавал. Они отвечают, но редко. Стоп. А почему у монашки мистера Мита и Рода разные оружия? Стоп. Почему мороженщик атакует этот дом, я не знаю. Но есть догадки у меня, то что либо у него лед там, либо там у него баллончики, что ли, какие-то. Ну, навряд ли баллончики, они бы не вместились. Так, смотрим. Точно. Блин, я на эти баллончики никогда внимания не обращал с первой части. Давайте я вернусь в первую часть немножечко. Пару видео так. Скоро третья часть. Блин, они объявят дату? Стоп, чё? А, увидим ли мы Рода без маски? В этих квестах? Да, увидим. Блин, я жду. Это, скорее всего, третья часть, третья финал. Так, кстати, на... А, дата морожечка 3. Во! Во, меня это интересует.
Так. О, вот этот, кстати, трейлер, я забыл про него снять. Я думал, что я его снял, но на самом деле. 13 марта 20-го. Пятница 13-го. Офигеть. Сдавайся, Рот. Я тебя на экстриме буду, проходи. Я помню, там вроде парк какой-то. Там, короче, продолжится вот это. Где всегда вы были, в этом, блин. А, в гаражах. И все? И вот, в этом видео, это все, что нам предоставили виды Кеплинс. Огромное им спасибо, я так долго этого ждал. Ну а с вами был Дуферки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.